Вот детская площадка при отеле Hilton Plaza в Хургаде. Детские аквагорки рядом. Вот песочек. Ну, давайте так. Для этого отеля, конечно, простоватая детская площадка. Но смотрите, как замечательно. Кафе, пляжный ресторан, да, закрытый, находится прямо рядом с детской площадкой. А это значит, что можно наслаждаться своим кофе, напитками, да, и смотреть, как детки играют. Вот это прям очень грамотно. Я как мамочка четверых деток, конечно, сразу эти вещи, на эти вещи обращаю внимание. То есть, пожалуйста, сидите, наслаждайтесь своим временем, да, в тенечке. С одной стороны, любуетесь морем, с другой стороны, вот ваши детки играют. Сейчас деток нету, наверное, все уже сейчас в основном все в бассейне, потому что жара. Ну, вот вечером, да, это актуально. Ну, конечно, могли бы они улучшить площадку, да, для своего отеля. Ну, хотя бы это. Ну, и очень удачное расположение. И смотрите, пожалуйста, есть где сидеть родителям, если они, да, не могут детей, как бы, держать вот изнутри, да, контролировать, когда маленькие. Вот тоже можно вот здесь есть присесть. Парадоксально, ну, такие простые вещи бывают в отелях не предусмотрены. При этом не в зависимости от того, сколько отель стоит. Вот, пожалуйста, много этих лавочек. Вон навес от солнца для деток, вот площадка, песочек и, пожалуйста, ресторан закрытый. Грамотно. Отель Hilton Plaza в Хургаде. Смотрите, какая красота. Смотрим. Такой вот красивый ресторан. Площадочка. Что, отель достойный, важно на него ловить хорошую цену, потому что бывает, на него действительно задирают очень высокий ценник, а бывает, дают очень хорошую цену. Вот, поэтому, если правильно поймать цену, то этот вариант, конечно, я буду рекомендовать для тех, кто любит качество, сервис, уровень. Пожалуйста, есть песочек, вот как бухта. То есть комфортный заход, нету того, что надо километр идти пешком, когда есть отлив. Достаточно большая пляжная, именно длинная территория. То есть видно, что каждый сможет найти себе место. Кто-то уединится, кто-то наоборот, рядом с музыкой. Смотрите, какая красота. Диджей.